На поле Лужников футболисты Реала выходят решительно. Такой настрой понятен. Они уверенно лидируют в испанском чемпионате с отрывом от Барселоны в 10 очков. В Лиге чемпионов у королевского клуба 6 побед в 6 играх. Такого соперника победить московским армейцам будет непросто. Реал хорошо атакует и позиционно, и очень сильная фланговая игра. Также активно используют они и забросы из середины поля, поэтому нам необходимо будет комплексно противостоять Реалу, а не только их быстрым атакам. Сегодня армейцы настроены на успех. Защитник команды Алексей Березуцкий готов сдержать самого Криштиану Роналду. Прошли нормально предсезонные сборы, но если мы реально взглянем сейчас на футбол, да, не всех и не всегда получается хорошо ему противостоять. Но я надеюсь, что у меня получится. Футболисты Реала подготовились к поездке в Москву. Например, привезли с собой более тонны зимней одежды. Но русские холода не пугают наставника клуба. Выбор состава на предстоящую игру будет диктоваться не климатическими условиями и не площадкой. Мы должны учитывать, что нас ждет сильный соперник, который приспособлен к таким условиям. И наша задача – добиться положительного результата. Поэтому завтра не будет такого варианта, что я кого-то решу пожалеть и не выпущу на поле.